они. Уже кто-то из баник вышел, покраснел весь. Давайте поаплодируем, поддержим наших участников. Ну ладно, на самом деле, это была небольшая шутка, они не надуваются ртом, они надуваются только насосом, поэтому внесите нам нормальные уже надутые шары. Можете на память оставить, потом рассказать жене, какая у вас сила духа. Или мужу. Итак, сейчас задание, поскольку наша программа называется «Навстречу счастью», то в каждом доме есть такой какой-то амулет, предмет, который приносит удачу, счастье, добро, оберегает от злых сил. Я предлагаю вам сделать из наших шариков как раз те самые амулеты, которые на протяжении вашего рейса будут вас оберегать. Итак, поехали. Включайте вашу фантазию. Можете делать с ними все, что угодно. Но задание сделать амулет, который приносит удачу, счастье, оберегает от злых духов,